Да, хилы, торчи он возьмет. Нам главное первую игру хорошо сыграть. Ну, первый. Теперь ручка, ручка, ручка. Ручка пока ужасная, но мы посмотрим, что будет. Опа! Вот эта ручка. Придется поставить синюю. Значит, красную мы не дотянем. Пусть мы синюю потом можем не дотянуть. Ну ладно, просто так его поставили одного. Мушкет. Окей. О, сколько дипломатиков у нас. Все дипломатики подровали? Нет, три. И сейчас, короче, там ХТВ достанет за 4. Окей. Отличный чувак. Ну куда деваться? Пробивать-то надо. Что-то сейчас... Удешевленный будет. Ой, как страх. А, брут. Окей. Опа. Вот это уже обломище. За одну ману 4-4, окей. Так, ну нам две земли и вадиусов. Короче, он первый нас загрит, походу. Да, у нас, походу, первый загрил. Кто еще агродека? Еще мушкет. Я не знаю, как с этим бороться. Ну, блоки по-любому надо ставить, иначе мы это... отлетим быстро. ХТВ за 4. Что это было? А что, меня убили уже, да? А, вот это игра, я понимаю. На. Еще мушкет. Черт. Он поднял все три мушкета свои. А, еще красотень. Вообще, слушай, я даже не переживаю, это вообще было по красоте. Так, только что мне с этим делать теперь? Так. Вообще не знаю, кто здесь играет. Так. Ладно, мы чуть-чуть вот... вот так сделаем. Ты-то просто нас просто разорвали. Разорвали. Прикольный дек, конечно. Ну, видишь, просто все так. Мушкет отстрелил, отстрелил, отстрелил. А вы вроде ходили первые, у нас первый, второй, третий дроп был. А три мушкета приехали и нас постреляли. Да вообще просто да, вот, все наставил. Ну, конечно, ему завезло офигенно, но тем не менее.
Сработало-то офигенно все. А с этим придется убивать торчом, чтобы не было всяких непонятных вещей. Сейчас по-любому тур же засайдится, они за четверочку. А вот они засайдились уже. Ну давай. Конечно, 4 хила это было очень много против нашей дейки. Фаермавчик. Слушай, ну его надо убивать. А у него, походу, тоже торч есть. Ну, по-любому надо тратить, значит, что мы в атаку сходить не сможем. Слушай, ты мне тоже не нравишься. Три торча израсходовали, блин. Ну ладно. А то теперь можем спокойно в атаку ходить. Слушай, а чего он торчом никого не убил у нас? У него там не торч. Так, тут по-любому в атаку надо ходить. И отдавать Вадиуса. Отлично. Отлично, 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 чувак. Не взял Вадиус, испугался, это хорошо. Обломище. Ух ты. Давай, если он этого заблокает, у меня, по крайней мере, это. Вадиуса дабл блоком не убьют. Отлично, слушай. Так, у меня все равно же будет 5, да? Бесполезно, оставим одну. Слушай, а у него и такое есть, что ли, получается? У него ренархи? Да. Слушай, сейчас облом еще одну землю подниму, Вадиуса не качну. Блин. Я на 3 земли подряд не рассчитывал. Вот будет обидно. Так, кто мне опаснее? Мне кажется, там дракоша более опасный, чем 5-5. Потому что он по воздуху, и мы с ним... У нас может быть свой дракон. Че, идем в атаку? Нет, идем в атаку Вадиусом. Он убивает Вадиуса. Нет, нельзя. Да, это трансформы, да. Блин, и перм... По красоте. Еще и шатроглаз вышел. На тебе. Ух. Да, эти трансформирующие, да, динозаврики. Ну, окей. Облитерейты нам прям хорошо пришли. Прям вовремя топ-декнули. Но все равно дек у него слишком опасная. А, мы опять ходим первые. Да, окей, я даже кипну такое.
ты, блин. Торчок. Окей, пиранайт, нормально, тоже вариант. О, еще и Вадик даже, отлично. У меня, походу, талирка там, 4 хп или вернуть эксплойлера. Так, мне кажется, Йети надо убивать так, потому что пермафрост на что-то более крутое пойдет. Да, пермафрост, там и дракошу сможем. Чемпионов импульса сможем остановить. ХТВ сможем даже остановить. Вот, дракоша, нормально. Так, а талирка на... Талирка инста, интересно? Инста. Нет! Нет! Ху-ху-ху-ху-ху. Так, ну все, нам просто всеми в атаку. Нам просто чуть-чуть пробить. Нам надо всего лишь одну красную поднять, а? И все будет окей, да? Да блин! Еще пурифайка. Еще пурифайка, блин! 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 Блин, мы не успеваем. Нет! Нет! Ну, только не торч. Только не... А у него талирка не поможет. Талирка на 4 хилит. Талирка хилит на 4. А, там Сайленс. Талирка еще сало дает. Ема. Черт. Твою же. Она же сало еще дает. Блин. Как так? А куда деваться? Ну давай топ-дек облитерейта. Топ-дек торча. Мортиры. Всего подряд. Что-нибудь да топ-декнись. Давай, дракон, облитерейт это. Блин, блин. Нет. Талир сделал всю игру просто. Вот это жесть карта.